ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Where's my crew? Oxygen leak. I understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have few attachments here on Earth.
jetpack works. Well, mostly. Need to get up there somehow.
What is going on here? У меня нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит трудный путь по оккультуриванию этой планеты на благо нашей Родины. Правительство Запада расценивает наши намерения как агрессивные. Они не признают наш суверенитет, суверенитет Советского Союза. Но за нами стоит так много побед. Мы дали отпор германской агрессии, стали могущественной державой и доблестно боролись за распространение коммунистических идеалов среди других, порабощенных народов. Но то, что мы совершим здесь, позволит стране Советов вырваться далеко вперед и поставит нас во главе всего остального мира без единого выстрела. Мы обеспечим весь Советский Союз энергией, источники которой мы откроем здесь. И я буду стоять во главе этого свершения. How is this possible? Thank you.
graves seem pretty makeshift. Like they were in a hurry to bury the bodies. Figure this out together, all right? Whoa!